ХП, ХП, ХП! На первый взгляд игра, конечно, охуенная прям. Что вообще такое? До одной смерти? Ой! Что делать? У меня нету ХП! Это будет реально сложно! Я давно в такие игры не играл. Здорово, работяги! Я знаю, что сейчас сидеть на карантине очень тяжело, и порой не хватает какой-нибудь новой игры на свой компьютер или плойку, например. Официальные цены магазинов очень сильно бьют по карману, и поэтому появился такой замечательный сайт, как hotgame.info. На сайте вы можете найти самые низкие цены на игры среди всех онлайн-магазинов. Сейчас у них есть хорошие скидки на Резик 3 и Doom Eternal. Чё, круто? Я знаю. Ссылка в описании. Всем привет! Как только установил Doom, комп начал по КД перезагружаться, сама игра вылетает, не запускается, каким-то чудом запустил после очередной перезагрузки. Пока вроде дышим, сейчас попробую поиграть. В чем разница между Ultra Nightmare и Extra Life? Надо почитать. До одной смерти! Это голос! If you're an expert FPS player with lightning quick reflexes. Молниеносные рефлексы у меня не есть. Типа тут, насколько я понял, ты можешь собирать жизни, а здесь что, нету жизней? Ну, Ultra Nightmare это вообще пиздец, наверное. Но это, по идее, тоже супер жесткая. Тоже игра заканчивается, если жизни заканчиваются. Если просто Nightmare выбрать, то ты можешь бесконечно играть. Если Extra Life мод, то ты можешь играть, пока жизни не закончатся. А если Ultra Nightmare, то только до одной смерти. Ну, не знаю. Это же нереально, по-моему, будет. Ну, это будет невозможно. Короче, максимальная сложность, только жизни, я так понял, можно будет собирать. Вот. Так интересно. All the wickedness that mankind can produce, we will send unto them only you. Сюжет в Думе. Rip and tear until it is done. Напоминаю, стрим может вырубиться в любую секунду. После установки игры у меня комп перегрузился 3 раза. Сам по себе. И игра вообще не запускалась. Ад на земле. Классический адок с пентаграммой. Это чё? Летающий какой-то замок. Это главный герой? А чё он в летающем замке? Nearly 60% of our planet has been consumed by the invaders. We have the Hell Priest signal locked in. The target is marked, but the signal will not hold for long. For it is he that they fear, not man, or his armies. They fear the mark of the beast. Сейчас я сделаю чуть тише и прочитаю донаты. Поздравляю, работяги. Ввиду закрытия всех парикмахерских мы наконец увидим кучерявого папича. Папанистерка, будешь прятать свою шевелюру. Я постригся же сегодня. Я просто уже не мог ходить с волосами. Я не мог. И похуй, что парикмахерские закрыты, но вы же понимаете, можно сделать так, чтобы было открыто. Даже когда закрыто. Короче, я просто уже не мог ходить с волосами. Оно настолько меня душило, мне уже приходилось мыть голову, ну не знаю, каждые 1.5 дня. Ну просто, ну эти волосы, блин, они, ну, голова чешется, пиздец, я уже не мог ходить с волосами, ужас. Тяжело мне было, физически и морально.
Значит, ну, повторюсь, я выбрал последнюю сложность. Только жизни можно собирать. То есть, жизнь не заканчивается, если ты потеряешь все жизни, ты умрешь. Что такое три? Это мои жизни или что? Это вот три. Где вообще смотреть, сколько у тебя жизни? Три. Что такое три? Вот интерфейс в игре, я сразу скажу, уёбищный. Как его сделали настолько вырвиглазно-консольным? Ужас, интерфейс прям вообще, мне с него плохо. Графа вроде в игре приятная, это сразу заметил, когда я смотрел трейлеры и геймплей. Но интерфейс, лол, я сейчас смотрю на него. Странно. А вон мои жизни. Тройка слева сверху. Ну, я быстро довольно-таки двигаюсь. Я могу с кулака пиздить. Сенсу надо уменьшить, наверное. Glory kills. When you damage a demon enough, becomes staggered and begins to flash. When close... Окей, я понял. Типа, могу его ваншотнуть или что? Glory killing always spawns hell drops. Потому что если так убивать монстра, то оно не будет спавнить ничего с них. Найс, меня челик коцнул за того, что... Сенса большая очень. Очень большая сенса. Кстати, герой быстро двигается, мне это нравится. Так, значит, у меня 3 жизни, 75 хп. Пиздец, меня с одного удара коснули на четверть хп. Жестко. Бензопила? Как серьезно в Сэме? Обучение. У меня нету пилы, где она? А, понял. Чё? Где топливо? А, все, я вижу топливо. Punchables. А, понял. Double jump. Я могу два раза прыгнуть. Я могу два раза прыгнуть. Как Вори. О, на карте показывается скрытый контент сразу, типа? Или только когда я разведал? Ну, какой-то знак вопроса, я его не зачекал. Не нужно кланяться. Мне не нравится 2016 Doom, я не хотел с него начинать. Сегодня день рождения у моего хорошего друга Альберта Салахова. Блин, интерфейс уёбищный, здесь неудобно двигать. Блин, как это неудобно? Гайз, не заставляйте, плиз, меня постоянно альтабаться, то буду донат повышать. Поздравляю, хорошо, Альберта Салахова. Поздравляю его с днем рождения, желаю ему удачи и здоровья, все. Сама игра охуенно выглядит, прям охуенно. Ну интерфейс? Это жесть. Даже вот тут карту неудобно чекать. Оно как-то настолько неудобно, неприятно. Secret found, что я нашел? Я не вижу ничего. О, хп, найс. Как забрать? Я не могу допрыгнуть так просто. А, я могу! Я не знал, что я так могу. Я могу зацепиться. Движение в игре очень приятное. Очень быстрое. Такое все резвое. В большинстве шутеров у тебя герой двигается, как не знаю, как ДЦПшник. Здесь реально приятно двигаться. В игре много скрытых штук. Постарайся не пропустить. Для...
критическая. Подальше идти. Да, блять. Окей, можно только добивать. Бить нельзя. Реально все так быстро, это жесть. Я давно в такие игры не играл. Слишком быстро все. Прям слишком быстро. Прям очень быстро, блядь. Очень быстро все. Я уже умер почти. Что за... Очень быстро все. Настолько быстро. А патронов нет или что? Бля, а что делать? Патронов нет! Не понял? Ебать! Это геймплей! Что делать? Это будет реально сложно! Я давно в такие игры не играл. Ну, это, кстати, мне что-то пока что очень круто, мне это нравится. Как бензопилу взять? Все как-то очень быстро, нужно привыкать. Где хп какие-то, я не вижу. Они появляются? Время от времени, maybe? О, патроны. Блять. Там есть хп? Моё! Хп изи! А где мои патроны? Блять, что делать? Моё! Бля, хп на пределе. Дай хп! Я даже не вижу, откуда меня атакуют! Это реально сложно. Я умер почти. Две жизни осталось. Да. Так это вообще, это супер сложно! Даже так играть! Даже так это супер-мега-хардкорно будет. А как вообще интересно, там есть сложность Ultra Nightmare, где только одна жизнь на всю игру, где нельзя собирать бонус жизни, так это вообще невозможно, наверное. Лол. Я даже не вижу, откуда стреляют в меня! Дэмэдж какой-то нереальный. Дэмэдж колоссальный. Пиздец! Блять! Не, это пиздец. Я уже почти заново начинаю. Я отношусь к последней. ХП, близ. Окей, стоп. На первый взгляд игра, конечно, охуенная прям. Вот прям вообще охуенная. О, канистра. У меня патронов опять нету. Как играть? Это сложно играть так. Никогда ничего нету. Зря я мобил пулаута апгрейд взял. Что толку с него? Какой мне толк с фул аута? О! Тут какие-то мечи сверху. Мечи сверху — это значит, что я прошел уровень, или мечи сверху можно подобрать? Наверное, это прошел уровень. У меня ноль патронов, если что. Guarded. You can't.
Что я с ним сделал? Не, ну и патронов. Окей. Я ничего не пропустил, надеюсь, в той локации предыдущей. Ну, этого мы уже не узнаем. The first hell priest has been terminated. The demonic consumption of earth has been reduced by 36.8%. There are two hell priests remaining. Это мой квест, еще два hell priest убить. Get aboard of the Citadel. Это что вообще такое? Что это такое? У меня нету патронов, guys. Эй, Тихо. Я не думал, что мне игра позволит выпрыгнуть. Я просто прыгнул проверить, что будет. Тут сейвиться можно хотя бы? А какой смысл сейвиться, если anyway? Ну, если я умру, то я умру. Апгрейд. Так, это могу продолжить вот здесь улучшать? Чешо. Лучше бы я бомбы взял. Ну, гон, залочим бомбы. Мне кажется, фуллаута вообще фигня, потому что патронов нету. Как мне понять, что я на что свапнул? Это бомба сейчас? А как понять, есть ли у меня бомбы? Ладно, сложно пока. Броня. У меня нету патронов, если что. Где секрет, не знаю. Хочу посмотреть, как у тебя будет жопа с мародеров сгорать. Не собирайся дропать. 30 минут проходить. Мне вообще некоторые говорили, что я играл с одной жизнью вообще. Но, по-моему, это невозможно. Я буду играть так. Вначале мне его дают 3 жизни, и, насколько я понял, их можно набивать. Но если, как бы все теряют жизни, то заново. Вот так вот можно еще играть. Потому что с одной жизнью вообще играть невозможно, если нет опыта никакого. Для первого прохождения лучше играть на сложности Nightmare, так как остальные режимы будут слишком сложными, умереть будет 99% шанс. Я играю Nightmare, но с конечными жизнями. Потому что иначе будет, ну, неинтересно. Я во все игры люблю играть с хардкором, если есть такая возможность. Я хочу патроны найти, прежде чем двигаться дальше. У меня 0 патронов. А можно в яму прыгнуть? Что будет? Не, нельзя. Так, ладно, идем дальше. У меня нету патронов! Окей. Теперь есть. Блять. Знаешь, тут мобы коцают. Очень больно. Могу гранату затестить. А, лола, ты один патрон отнимает всего лишь? Это гранаты пиздатые? Я думал, канистру можно взять. А, не. Окей. А я могу прыгать или я покалечусь? Как знать. У меня последняя жизнь. Я могу прыгать вниз? Или я покалечусь? Секрет сверху или что? Сложно! Почему он сверху? Здесь? О, я к нему иду, походу. О, изи. Игрушка? И чё? Сейчас бы умереть. Надеюсь, я могу падать вниз. О, ура. Это свои? Не. Это броня? А, это тоже броня? Что-то на уровне Квейка. Найс! Найс! Красиво. Тут не было ничего, никаких секретов.
А патроны на карте не показываются. А, кстати, я не могу подобрать больше 16? Так мало? Сложно. Ну, и что дальше? Ну, у меня нету хп. Ну, у меня нету больше хп. Что делать? Я могу его добить, но я этого не сделал. Бля. У меня нету хп. Последняя жизнь. ХП, ХП, ХП. Патроны? ХП? Да блять, как не попадаешь? Ой, бля. Ну, подходи. Подбирай. Что творится? Оружие новое? Какой-то автомат или что? Сюда! Где мне канистру взять? А, не, у меня еще один заряд. Что-то все равно сенса большая слишком. Такое ощущение. Можно было бы поменьше. О, канистра. Не сюда. Понял. Локация типа заклирена. Понял. Понял. Для чего палка? В смысле? Ладно, я пошел. Не вверх не надо подниматься? Может, я могу вверх залезть? Weapon wheel. Так, понял, могу менять оружие. Так не очень удобно, на самом деле. Heavy cannon. Что она делает? А, да, автомат просто? А чё? Automap stations. Finding an automap station will reveal all undiscovered areas on the map. Окей. А, то есть я открыл себе карту, да, ну, для дальнейшего прохождения. Сейчас бы еще понять, как... Блин, как это неудобно. Оно инвентировано как-то, я не могу понять. Враги. Враги. Но секреты не показываются. Как это неудобно двигать, я не могу. Как жизни фармить? У меня только одна жизнь. Почему не могу нафармить жизнь? Сенса какая-то вообще супер большая. Сколько я не уменьшаю, она снова супер большая. Не нужно хватать.
Потом прочитаю. Ясно. Нужны патроны БТВ. Нужно кого-то убить бензопилой, правильно? А хп не пропадает с карты, если я буду оставлять, не собирать хп, я потом смогу вернуться забрать его. Сейчас донат прочитаю, сори. Просто килл, немного хп. Килл бензопилой, патроны, немного хп. Это я уже понял. Килл кулаком, много хп. БТВ улучшение оружия, например, бомбы тратят обычные патроны от этого оружия. Так это вообще супер топово. Я, если бы я знал, сразу бы бомбу улучшал. Блин. Ну, походу, я буду миллион раз заново начинать, судя по всему. А не, хп, хп пропадает с карты. Но... Хотя тут не пропало. Эй, не души. Найс! На голову упали. Пиздец. Кто там? Ой! Что делать? У меня нету хп. О нет! Что делать? Я не знаю, что делать! А-а-а! Я умер! Я не знаю, что делать! А, это последняя жизнь в этот раз! А что сейчас делать? Окей. С самого начала теперь? Или нет? Или да? Это супер сложно. Against all the evil that hell can conjure. Окей, с самого начала. Хорошо. С самого начала каждый раз. Ну окей. Ну так интересно. Да. Это жестко. 60% людей поглощено демонами. ФК захватили Америку не в первую очередь. Играю на простом Nightmare. No ты way. В жизни не пройдешь на экстра лайфе даже до середины и по итогу дропнешь. Я не буду дропать, я буду бесконечно начинать заново, пока всем не надоест. Когда всем надоест, я буду тогда без стрима сам играть для себя. Вот так вот. Такой план, короче. Я во все игры, если есть возможность хардкора, я играю на хардкоре, во все. Потому что я ненавижу, я всегда в играх терпеть не мог бессмертия, бесконечной жизни. Так играть неинтересно. Миллион игр были бы в десятки раз, в 100 раз интереснее, если была бы, возможность по-настоящему умереть. Вот здесь, кстати, вот это вот экстра лайф, это круто. Только, если можно пополнять эти экстра лайфы. Если у меня 3 жизни на всю игру, то я с тобой согласен. С 3 жизнями на всю игру я, наверное, не пройду, конечно, никогда. Не нужно кланяться. Можно ли их пополнять, вопрос? Это важно. Если играть каждый раз сначала, то это невозможно, практически. Как минимум 20. Я хардкорщик. Я хардкорщик. Дело не в тебе. Просто это действительно пиздецово. Отговаривать Каинша не буду. No way. Бля, первый же паук может ломать тебе лицо 5 раз подряд. Ну тогда, значит, я буду. Нет, я буду играть только на хардкоре. Я решил. Железное решение. Хотите смотрите, хотите не смотрите. Я буду бесконечно биться головой об стенку, но я буду играть на хардкоре. Короче, вы же знаете меня. Почему только максимум 16 патронов? Что-то нечестно. Как-то мало. Так, ну пока 3 жизни, пока все хорошо, гайз. Пока все заебись, пока я ебаш. Это оружие вроде слабое какое-то, на первый взгляд. Пока буду с дробашом. Не понял.
Понял. Помню. Поехали. Вскрытие! Это кто вообще? Это свой? Не, это не свой. Это какой-то крапченый мужик. Зарипайся. Да! Опять эта хуйня? Ой-ой, я не хотел. Я случайно упал сюда. Я умер. Это было случайно, я не хотел этого делать. Я случайно абсолютно это сделал. Это не уязвимость, походу, это абуз. Не нужно платиться. Ну-ну-ну-ну-ну! Ой, блядь. Короче, я понял все. В этой игре надо обузить каждый раз вот эту вот неуязвимость. Когда ты челика бензопилой рубишь или добиваешь, то ты неуязвим, и ты можешь, ну, собственно, похилиться, поднять патроны, но ты в это время неуязвим. Это пиздец, это супер обуз. Все, теперь понял. Как играть. Ща, на свет сделать мобил лучше. Не бойся, впоследствии количество патронов, хп и брони ты сможешь прокачать. Да вообще, в будущем у тебя будет очень много кнопок.